Всем доброе утро. Мы с Дианусикой собрались. Долго собирались, но осуществилось. Короче, мы едем в Аланию. Просто пошатаемся бесцельно по Алании. Может быть, сходим в Аланию. Надеюсь, мы до туда доберемся. Потому что здесь, говорят, одна маршрутка, потом другая. То есть две маршрутки. Ну ладно, язык есть. Доведет до Алании. Сейчас еще, знаете, не так жарко, небольшой такой ветерочек. Ну, в целом, такая хорошая банька на улице. Хотя ветер, слышите, волосы развивает. Вроде мы все взяли, да, Диан? А что по воде? Купим там? Тащить не в чем. Надо специальную сумку покупать такую. Знаете, вот я где-то видела. Такая вот она специально под бутылку сделана. На плечо. Я вот ношу свою сумку там, где это, телефон складывать. Потому что у меня большая проблема. Могу положить, забыть. Дианка на меня ругается. Говорит, носи чехол. Поэтому я нацепила и иду с двумя сумками. Приехали мы с Дианой в Аланию. Вот это остановка Башкент-Хастанеси. Или там она чуть дальше, либо же здесь. Ну, не важно. Это едет 50-й Конаклы. Это до Конаклы. Понятно? Может, спросить у него? Ну, спроси. Быстрее, он сейчас уезжает. Сейчас Дианка спросит, в какую сторону до Аланиума. Правильно стоим? Нет. На ту сторону переходить нам? Нет, у меня мама что не взяла? Я сказала, я спросила его, едет ли он до Аланиума, он сказал нет. А, нет, так это понятно, что он едет. А ты что, ты... Я думала, ты у него спросишь, на какую сторону нам встать, туда нам или туда? Вот, короче, здесь. Здесь, блин, так цикады, цикады, цикады. Я думала, вообще-то, они только вечером песни свои распевают. Нет. Оказывается, нет. А, в общем, вот этот автобус, который ехал, он едет и до автостанции. Ну, не прям до автостанции, но там пройти, грубо говоря, во двор. Так что этот вопрос мы решили. Я сегодня спрашивала такси до автостанции 1000 лир. Я думаю, нет, дружок, не хочу за 1000 лир. Если бы за 500, я еще рассчитывала на эти деньги. А за 1000 не. Не хочу. Вот автобус едет, автобусом поедем. Все, вообще проблем нет. 100 лир. Без пересадок, без ничего. Конечно, как нам туда с чемоданами влезть? Но это уже дело такое. Пойдем сразу взад, Дианка. Сразу назад будем садиться и все. А там типа место есть? Найдем. Там, блин, у него там взял, там, что он пустый. А твой чемодан? Ну, ну так что теперь? Ну что мне теперь делать? Не ехать, что ли? А как мы в прошлом году ехали это? Из Махмутлара в Атогар. То же самое. Да то же самое, ну, Диана. Автобусы были нормальные, ездили чаще. У меня чаще. Под ногами. Он ездит час, раз в час. Да причем здесь чаще, не чаще. Тоже у меня стоял чемодан. И я, извините, втянула живот, тоже стояла. Тоже места мало было. Втянула в общем, живот, ладно. Где-то? Разберемся. Слушай, а здесь нигде нет бокальчика, да? А, вон там по той стороне. Да я хотела воды купить. Здесь всякие водофоны, одежды, скидки и так далее. Поедем потом, здесь Аланиум. Автобус такой хороший. Нормальный, человеческий, широкий автобус. Клима есть, господи. Да-да-да. Кондиционер есть. И табло есть, которое мигает. Там написано остановки. И плюс водитель молодец, кричит. То есть, ну, как бы, в любом случае не пропустишь. 30 лир стоит. То есть нам на двоих 60. И потом вот с Аланиум, потом мы садимся. Вот. Я думаю, на этой остановке он и останавливает Диан. Наверное. Там сядем опять до этой Джума-Пазары. Джума-Пазары доезжаем и пересаживаемся на свой. И получается, дорога обходится на человека вот от нашего места до сюда, до Алании.
непосредственно до Аланиума, сотка. Да, до торгового центра. Ну что, сотка, 80 лет? Ну, сотка. Ну, плюс всё, вода. Воду купи и сотка. Да, так что в целом не сложно. Зелёный, зелёный. Как тут жарко. Да тут нормально. Ну ничего, мы уже заходим. Дай бог. Здесь как-то... Летом я просто обожала, когда Торжаши Паттайи, там так сюда холодно было, ты так кайфи там. Да, 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 есть такое. Вот, ну торговый центр, есть торговый центр, поэтому... Пошли в Дорешку. Пойдем в Дорешку, Диана хочет срочно в книжный магазин, это ее любимые магазины. Если в торговом центре нет Дере, все, это не торговый центр. Все, это самый отстойный и так далее. Главное, чтобы книжный был. Так что, глянь, сюда банкоматики перенесли. Помнишь, в прошлом году он там был? Может, он там туда есть? Ходили. Может. Это Аланиум? Как здесь холодно. Кондиционеры так шпарят. Вон он, Дере. Он, конечно, такой масичек. Ну, ничего страшного. Так, Паши, пойдем мы в книжный, потому что это все святое. Я тоже посмотрю барбейки. Вот видите, такие здесь. И Таро посмотрю. Ну, здесь дорого. Потому что это стандартный... Ну, нет, там закрыто. Открыто там? Ну, пошли, заходим. В чем проблема? А, да я вот чутко это не помню, если честно. На самом деле для меня ничего интересного нет. А что там? Сейчас я вот... А, портрет Дарьи Грея. Ну, тогда они были, помнишь, в прошлом году? Около 200-250, да. А сейчас еще дороже. Диана решила взять себе бабл ти. Вот видите, все вот эти вот шарики различные. Ты берешь что? Страудери манго. Ну, типа я. 105 лир, 400 миллилитров стакан. Там вот каким-то образом делают, заливают. О-о-о. Ну, tamam. Tamam, sorun değil. Ama bu daha güzel ondan biliyor musun? En çok satılıyor. Mango değil yani. Все, а я себе чайку возьму. Тут мы, может быть, и сядем. И посидим. Тут видите, такая красотень. Вот это я печенька возьму, попробую. Всякие разные. Это обычный кекс. Вот такая здесь еда обычная. Да, я сажусь тут, да? Меня угощают, понятно? Дианусик нас угощает. Ой. Вот, видите, такой печенька. Тут прям женщины. Вот это вот Истанбул Эвьемек Лери. Прям вон сами женщины там все готовят. И суп он мне там суп предлагал. Но время только 11 утра, поэтому мы вот так вот. А Лусик по сладенькому ударит. Жила Диане, нашла такой топичек. Боже, как тебе красиво, Диана. У тебя совершенно другой цвет. Рукав такой объемный. У тебя такой модели нет. Есть это очень красиво идет. Есть, но она... То, что такая большая. Вот... Да, да, она по-другому. Размер, да, вообще класс. Это очень, знаешь, как модно. Нравится? Да. Ну что, берем? Да, давай. Супер. Да, давай, переодевайся. Там мы с Дианкой здесь в мавишке. Ой, гля, какая красивая. Мне это нравится. Секунду. Типа меню? Да, глянь, как классно. С
супер. Это как оверсайз или это очень большой размер? Это мужской отдел. Что здесь? Ой, это без... XL просто. А, XL. Ну, это очень огромный. У меня муж носит XL, но это явно не XL. Это на 4XL. Вот такую кепку себе. 370 лир. Ну что, померяем? Это, конечно, не выглядит. Подожди, это не такое. Так, на глубоком силу. Тебе не очень. Ой, она сильно проваливается прям. Но это большая, я тоже чувствую. Вот еще такая, но это мужская. Секунду. Не могу себе выбрать кепку. Ой, это мне больше нравится. Ну какая-то сзади как глубокая. Короче, не подходит. А? Ой, пошли наверх. У нас тут, понимаете, маленькая комната стала родным домом. Не можем отсюда выйти. Правда, вон купили Дианке эту же футболку, которую она намеряла. Отлично. Мне очень понравилось. Ну и ей тоже. Я прям ее в каком-то другом образе увидела, в другом амплуа. А то все вот эти топики и топики, вот как подобного типа. Хочу сказать, в этом торговом центре так холодно, прям вообще. А кофты не продаются. Я планировала себе купить кофту. Но, видно, ни сезон, ничего нету. Это остановка Джума Пазары. Как-то быстро мы доехали. В ту сторону мы как-то гораздо дольше ехали. А здесь он Джума Пазары говорит. Очень странно. Ой, ма спит. Ага. Ну и мы ж там следующая, походу, наша остановка, на которой мы тогда выходили. Поэтому дядя Аня говорит, давай выйдем и пройдемся. Я вам немножко покажу. Все схоже, что здесь вот сама Аланья, что Канаклы одинаково. Все те же улицы. О, Дианка, слышь, эти цикады, значит, мы приехали правильно. По цикадам ориентируемся. Это дерево, которое, не знаю его название, похоже на цветок такой есть, в горшках продается. Фикус, вот. Конечно, здесь, да? Симпатично, но очень отличается от Кайсери. Кайсери вообще другой. Да, и самое интересное, что этот зеленый, даже вот с мамой тоже разговаривали. Мама говорит, Кайсери какой-то лысый по сравнению вот с вот этими, с Хатаем и вот, пожалуйста, с Аланьей. Кто-то говорит, какой-то пустой. Ну, это правда. Решили еще одну остановку пройти. В целом мы можем здесь, Диана, приостановиться, да? И ждать свой автобус. Вот 50 лир. А не так тогда мы с Алле таком не перли. Кайсы 80. В Кайсере они были 25, как ни странно. 80, да? Ну что, и так я не поняла, остаемся здесь или идем еще остановку? Да давай, наверное, остановимся. Будем уже... А я не знаю, оно прямо идет или поворачивает? Вот, вот, чтобы оно там нигде не поворачивало, а то мы потеряемся. Все, тогда мы здесь остаемся. Будем ждать наш автобус. Тянка меня соблазнила чаю тут попить. И вот это самая вот такая пицца. Пицца, мантарлы пицца с грибами якобы. Ну, будем пробовать. Надеюсь, чай не мочай. Ничего, все, давай. Чай 15 лир, а это 40. Пицца 40. Уже сели в автобус, Тянка, уже едем. Слушайте, зашли в автобус Канаклы, там расположились, тут меня как током как долбанет.
Гритяне, по-моему, там не было написано, что он едет в нашу сторону. Подхожу, спрашиваю. Он типа говорит, нет. Ой, смотри, корейская еда. Да. Прикольно. Покажу вам немножко улиц красоты, а то так и не получилось ничего показать. Красавица, я на каждом углу. Даже Дианка заметила, да, Диан? Даже, в смысле? Звучит, конечно, обидно. Добро пожаловать в восточно-азиатская кухня, европейская. Везде кафешки, кафешки, рынки, рынки. И пальмы. Мы же уже с Дианочкой вернулись, понимаете? Я, короче, это... Сейчас, секунду. Пришли это. Я съела персик. А что? А, и немножко этой. Халвы съела. Присела, чаю выпила. Думаю, сейчас повышиваю. Мне как сон поклонило, просто, я ничего не могу с собой сделать, не могу глаза раскрыть. Ночью почему-то плохо спала, не знаю почему. Ну, как-то лежу, вроде погрузилась, хлоп, не сплю. Короче, как курица вот так спала. И это... Пошли, курица. Пена ты нас... помаду так плохо нанесла. Иди. Мама, что там? Пена нас полчаса подремала. Дреманула. Все, теперь иду, как вроде энергия добавилась. Но море не могу пропустить. Завтра мы на море с утра идем, потому что я работаю вечером. Мы выходим на финишную прямую к берегу. Сегодня идем на свое старое место. Ой, господи, сейчас чихну. Секунду. Тут прям дискотека. Еще не потемнело, а уже веселье. Конечно, так тяжело. Хотя люди в целом приезжают на отдых. Выпивают, отдыхают. Музыка. Может, так и надо. Может, и не надоедает. Не знаю. Да, мы идем. Дианка, он говорит, приедем и сразу бородинские спеки. Ну, вчера мы с мужем делали... Тоже я оставляла закваску. Закваску, да, блин, я уже забыла, как она называется. И поэтому мы там ее кормили вчера. Надеюсь, там все отлично с ней. Но если что, у меня-то сухая есть, разведу. Но не хотелось бы, там же у меня морозильники, где она очень хочет. Море шикарное. Очень хочет бородинский хлеб. Здесь как-то и нет его на самом деле. Пошли вот. Мия, собачка. Мы за ними сядем, как всегда. Пойдем плескаться. Пахнет. Боже мой. Ай, такая хорошая, прохладненькая. Как будто бы. Попортишь пижаму. Так, вот у нас тут, смотрите, мы с Дианкой уже все приняли душ. У нее вот такая. Вот она себе выбрала такую маску. А я себе вот такую. Это я привезла такую, поэтому сейчас будем накладывать. И будем релаксовать. Вот, видите, наложила. И теперь буду лежать. Красавишно. Дай бог, завтра буду мягкая, не морщинистая.
Буду красавишна. Но я не одна в маске, видите, тут у меня еще есть этот, напарник. Мы с ней везде вместе. И в маске тоже ныряем вместе, и в море вместе. Везде.